Однажды я нашел ботинок. Крепкий, добротный, хороший британский военный ботинок. Он был как новый и как будто бы не прошло тех 80 лет с того момента, как он опустился на дно Красного моря в проливе Губал, недалеко от рифа Шааб-Али. Я взял его в руки и представил, что было бы, если бы нашел его кто-то другой. Ну, сразу же, это понятно, он был бы поднят на поверхность, как артефакт, найденный на затонувшем корабле. Его оставили бы на дайв-деке просушиться, и не прошло бы и часа, как он покрылся бы соляными разводами. Кожа на ботинке прекрасной выделки стала трескаться и заворачиваться на краях. Ботинок словно в судорогах от боли стал бы выгибаться носком вверх, и через некоторое время с треском от верха отделилась бы подошва. Вечером он бы занял место в каком-нибудь египетском дайвинг-центре на столешнице рецепции. В половине восьмого утра первый прибывший менеджер в сердцах швырнул бы его в мусорный бак. На этом бы и закончилась история военного ботинка. Но, дорогие друзья, добро пожаловать на борт. На борт деревянной старушки с названием Эль-Самака, что по-арабски означает «рыба». Старушка Самака уже не одно десятилетие бороздит просторы Красного моря. Она еще вполне бодра, хотя шляпки некоторых гвоздей явно вылезают за все рамки приличия. А шестая балясина на трапе, ведущем вниз к каютам, поет пиратскую песню про сундук мертвеца. Самака держит курс строго на север, к маленькому островку, чтобы на следующий день пересечь пролив Губал и прибыть в точку, названную надежной якорной стоянкой F, где в октябре 1941 года нашел свое последнее надежное пристанище на глубине 30 метров британский военный корабль «Тислигорм». Несколько часов ходу, и Самака бросает якорь у островка с названием Малый Губал. В бухте, где по пятницам собираются египетские рыбаки на своих лодках, раскрашенных в бело-бирюзово-синие тона. Время первого погружения я опускаюсь на колени на дайв-деке так, чтобы дотянуться до воды. Зачерпываю ладонью морскую воду и умываю лицо. Я не помню, откуда взялась эта традиция? Возможно, какие-то старые водолазные истории. Но, на мой взгляд, первым воды должно касаться лицо и руки. Время первого погружения. Широко шагаю с дайв-дека и оказываюсь в воде. Делаю длинный, глубокий выдох и начинаю потихоньку погружаться под воду. Вам когда-нибудь снилось, что вы летаете? Ко мне такие сны приходят довольно часто. И здесь, чтобы взлететь, самое главное в это поверить. Это как шаг на веру. Просто знать, что ты умеешь летать. И вот когда ты только-только оторвался от земли, ты делаешь глубокий вдох и начинаешь подниматься наверх. Выдох, опускаешься вниз. Таким образом ты контролируешь свое положение в пространстве. Ну а передвижение по горизонтали – это исключительно посредством силы мысли, это вообще просто. Та же самая история и в воде. Это единственное место на Земле, где можно испытать состояние невесомости. Ты делаешь длинный выдох и медленно начинаешь погружаться вниз. Вдох, и твое погружение немного останавливается. Опять выдох, и опять продолжаешь погружаться вниз.
Таким образом, дыханием ты контролируешь свое положение в воде. Это как полет. Ну, а передвигаться мы можем посредством ласт. Для этого они нам и даны. Я был здесь неоднократно и хорошо знаю эти места. Прекрасная коралловая стенка, уходящая на глубину до 14 метров. Дальше начинается песчаное дно, которое уходит свалом в сторону пролива Губал. Дно покрыто довольно большими красивыми коралловыми кочками. Здесь замечательно погружаться, когда солнце уже клонится к закату. Оно своими лучами только касается верхушек кораллов. Маленькие рыбки, чувствуя себя в безопасности, но тем не менее жмутся поближе к большим веткам кораллов. Сейчас здесь тишина и спокойствие, но буквально пройдет часа два и все изменится. Начнется время охоты. Ведь время охоты наступает в воде именно в сумерках, на закате и на рассвете. Задача первого погружения – подогнать снаряжение идеально, чтобы не возникало вопросов при погружении на Тислигорм, где условия могут быть не такие простые, как здесь, в южной бухте острова Малый Губал. Ну что ж, задача выполнена. Мы поднимаемся, и самое время выйти на остров. Мне очень нравится этот остров, хотя он абсолютно пустынен, но он состоит из мертвых кораллов. Те далекие времена, когда уровень Красного моря был гораздо выше. Я пересекаю остров в западном направлении, через самую высокую его точку. Горячий северный ветер бьет в лицо, и солнце, клонящееся к горизонту, быстро меняет цвет со слепящего к желтому, оранжевому, темно-бордовому. Это удивительное время на острове Губал. Таких морских закатов я не наблюдал еще нигде. Ну что ж, время возвращаться на борт Самаки и готовиться к ночному погружению. Ночные погружения – это отдельная история. Дневные жители попрятались в кораллах, вылезают ночные. Горгонарии поднимаются на верхушки кораллов, раскидывают свои щупальца и ловят проплывающий мимо планктон. Лайнфиш или рыба-зебра, или бабочка, как ее еще называют. Надо сказать, что очень красивая, но весьма ядовитая штучка охотится на зазевавшихся мальков. Здесь, под одной из кочек, живет бабушка Мурена. Я знаю ее давно и каждый раз обязательно погружаюсь сюда, чтобы засвидетельствовать ей свое почтение, поздороваться и обязательно спросить ее разрешения на дальнейшее наше погружение. Но надо сказать, что отказа я еще никогда не получал. И вот мы здороваемся с бабушкой Муреной и поднимаемся наверх. Теперь легкий ужин и после него обсуждаем планы на завтрашний день. Мы не знаем, что снится Ангусу Маклею в ночь с 5 на 6 октября 1941 года. Возможно, он видит родной дом на северо-западе Шотландии в маленьком городке Эбриди. Легкий ветерок колышет ситцевые занавески, мелкий голубой цветочек. Звучит знакомая мелодия. Низкий голос Марлен Дитрих выводит: «Мы будем вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен». И вдруг голос матери: «Ангус, вставай, ты не успеешь надеть ботинки». Ботинки? При чем здесь ботинки? И тут Ангус вспоминает, что накануне боцман Грэхэм перед проходом Суэцкого канала выдал всем новую форму, и в том числе прекрасные армейские ботинки. Именно в этих ботинках Ангус и собирается прийти домой, ведь война продлится недолго. Тот груз, который находится в трюмах Тислигорма, явно поможет 8-й британской армии, воюющей в Северной Африке, приблизить победу над немцами. Но
Почему он здесь? Почему он дома, когда его товарищи там, в Красном море, на борту Теслигорма? Ангус в панике понимает, что надо срочно вставать, бежать, ехать, лететь туда, к своей команде. И тут снова голос матери. «Ангус, вставай, ты не успеешь надеть ботинки». И вдруг страшный удар, грохот черного цвета, землетрясение, как будто бы в дом попала немецкая бомба. Следующий удар, только уже красный. Ангус открывает глаза, он находится на палубе в кубрике, в иллюминаторах и на гладкой переборке отсветы пламени. Ангус вспоминает про ботинки. Где ботинки, которые он поставил бережно, носок к носку, пятка к пятке? Он видит только один, он хватает его, времени искать второй некогда, надо бежать наверх. Он поднимался по трапу сотни раз, но никогда не делал этого босиком. Он сбивает пальцы ног о железные балясины трапа, выскакивает наружу и видит, что корабль объят огнем. Нос корабля задирается наверх, словно ботинок, оставленный сушиться у огня. Теперь срочно к шлюпкам, но нет, может быть, просто броситься за борт и отплыть подальше, потому что корабль явно обречен, там уже подберут. И тут Ангус видит артиллериста, лежащего без сознания, к которому подбираются языки пламени. Он бросается к нему, но палуба вся усеяна стеклом. Ему понадобилось время, чтобы вынуть стекла из своих ступней. И дальше, оставляя кровавые следы на палубе, он подбегает к артиллеристу. И раннее утро. Я просыпаюсь от того, что Самака заводит свои два двигателя. Якорная цепь гремит в клюзе. Я поднимаюсь, завариваю себе крепкий нубийский чай. Потом поднимаюсь в ходовую рубку к капитану. Эль Самака держит курс через пролив Губал. Сейчас мы выйдем в открытое море, и уже видна граница между спокойной водой и волнами. Волна небольшая, но довольно резкая. Северный ветер хозяйничает в проливе. В 7:15 мы уже стоим над Теслигормом. Ну, не то что стоим, а даже не дрейфуем, а скорее лавируем, подгребая винтами и подруливая рулями. Все-таки ветер, волна и небольшое течение присутствует. Сейчас самое главное – привязаться. Ну, вот за этим словом «привязаться» кроется довольно трудоемкий и сложный процесс. Носовой конец надо привязать в районе носа Теслигорма. Для этого надо очень быстро спуститься на глубину 25 метров, закрепиться, подняться, при этом соблюдая все правила безопасности, взять кормовой конец и, погрузившись на ту же глубину, привязать его в районе кормы. Весь процесс занимает около часа. И вот мы погружаемся по кормовому концу, натянутому как струна, и попадаем в то место, где 6 октября 1941 года легли две бомбы с немецкого бомбардировщика Хенкель-111. Под нами искореженный металл корабельных конструкций, разбросанные ящики с медикаментами, не разорвавшиеся снаряды, и венчают весь этот хаос два легких танка, перевернутые гусеницами вверх. Мы спускаемся вниз. Корабль стоит на ровном киле, а корма, оторванная от корпуса корабля, лежит на левом борту. Огибаем корму. На юте два противовоздушных орудия, которым так и не суждено было сделать ни единого выстрела. Мы огибаем корму и погружаемся к самому глубокому месту. Это винт и руль Теслигорма. После этого мы поднимаемся на
несколько метров над грунтом и продолжаем свой полет, простите, конечно, свое плавание вдоль борта в сторону носа. Мы видим корабельные надстройки, ближе к носу две железнодорожные цистерны для пресной воды, смятые давлением. Правый якорь лежит на некотором удалении от носа Теслигорма, а левый так до сих пор и остался в клюзе. Мы доходим по цепи до якоря и возвращаемся обратно. И вот здесь самый яркий момент. Мы подходим к носу. Это невероятное архитектурное сооружение. Корабль до сих пор горделиво стоит на грунте. Говорят, что корабли не умирают, они отбрасывают флаги. Я думаю, что то же самое случилось и с Теслигормом. Он до сих пор живет. И пройдет еще не одна сотня лет, пока он окончательно обрастет кораллами, превратившись в коралловый риф, и потеряет все очертания изначальной архитектуры. Я медленно поднимаюсь по форштевню вверх, и вот здесь наступает кульминация. Я очень люблю этот момент. Я кладу руки на борт, на секунду задерживаюсь и отталкиваюсь от борта, поднимаюсь наверх, течение подхватывает меня и проносит над палубой. Есть еще немного времени и достаточное количество воздуха в баллоне. Я заканчиваю погружение проходом через носовую надстройку и, сделав вдох, выхожу в узкий люк на носу корабля. Но чем не полет? Однажды я нашел ботинок. Хороший, крепкий, добротный военный ботинок. Я взял его в руки, и мне показалось, что он теплый. Ну, возможно, это просто мои руки остыли от прохладной воды. Ботинок за последние 80 лет облюбовали колонии микроскопических морских жителей. Они давно считают его своим домом. Посмотрев на ботинок, я прячу его поглубже. Пускай живет, пускай остается живым свидетелем Второй мировой войны и той драмы, которая произошла здесь 6 октября 1941 года. Что касаемо Ангуса Маклея, он провел 15 дней в госпитале, залечивая свои изрезанные ступни. Сам король Георг VI посетил его в госпитале и вручил ему Георгиевскую медаль за мужество при спасении товарища. На этом его служба закончилась. Он вернулся в свой родной городок Эбриди на северо-западе Шотландии, женился и умер ровно через 50 лет в 1991 году, окруженный детьми и внуками. На этом наша экспедиция ставит не то что точку или многоточие, а точку с запятой. Потому что мы с вами обязательно вернемся на Теслигорм. Я сам проведу вас по внутренним помещениям. И мы увидим своими глазами, какой же груз, по мнению Ангуса Маклея, мог приблизить победу войск коалиции над немцами в Северной Африке. Конечно же, мы узнаем историю Теслигорма и обязательно поговорим о песне, которая объединила солдат по разные стороны фронта. Ну что ж, дорогие друзья, присоединяйтесь к нашим небанальным путешествиям. И как я говорил и говорить буду, все самое интересное у нас впереди.